Привет всем любителям ножей и качественных аксессуаров. Сегодня у нас на обзоре такой вот кухонный нож универсальный от компании Топ-нож производства. Клинок выполнен из стали Элмакс, порошковая австрийская сталь с твердостью 62 единицы по Роквеллу. Длина клинка составляет 14 сантиметров, рукоятка 11. Болстер выполнен из латуни с проставкой из красной микарты. Вот так он выглядит вблизи. Рукоятка – это полимеризованный граб. Это древесина, из которой делают кии бильярдные. Очень прочная, красивая, проверенная временем и широко используемая для изготовления ножей. Не только кухонных, но и любых других. Она может быть окрашена, как в данном случае, такой красноватый красный цвет. Длина клинка составляет 14 сантиметров. Обух 2,4 мм. Нож имеет такой увеличенный чойл для удобства реза и большего контроля в процессе резания. То есть он может быть более силовым при перемещении руки ближе к РК. Соответственно, просто за рукоятку использовать. И для контроля, для более точного реза. Вот такой вот нож предлагаем вашему вниманию. Ну и по качеству реза, вот буквально своим весом, он заточен под универсальный угол 35 градусов. Вот такой тонкой бумажки, как калька. Это товарный чек. Второй экземпляр термоэтер. И вот как он режет. Буквально под своим весом. Такой вот нож. Кухонный универсал предлагаем вашему вниманию. Спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания.